получаться по одному банальному, по одной банальной причине, по той причине, которую вот, мы же не просто так начали с практики, да? Вы чувствуете, что у вас влетает в голову, это остается у вас на бумаге, вы это можете проанализировать трезвым, разумным умом. Да? Более того, вы можете проанализировать, есть ли там эмоциональные окрасы в той информации, которую вы писали в практическом задании. И если чем больше эмоциональных включений, эмоциональных окрасов, тем больше их надо проработать, потому что вы уже втянуты в какую-то ситуацию, и она вас будет как заноза под ногтем, когда вам больно. Вы же не можете ничем заниматься, вас все равно дергает и возвращает в эту ситуацию. Ее надо отпустить, убрать, чтобы прийти в полное равновесие, чтобы вас ничто и никто не беспокоил. И тогда нащупайте внутри себя ту тишину, и в этой тишине дальше, следующий шаг, задача, сохранить ясность ума. Для того, чтобы не заснуть. Для этого надо определенный ресурс в программе ума по памяти, для того, чтобы и опять-таки какой-то алгоритм работы, какие-то вопросы, поэтому мы начинаем учиться с первого дня задавать себе вопросы, какой цвет, какой, да, то есть мы разговариваем с собой. Для чего? Для того, чтобы когда вы войдете вот в эти состояния, вы продолжили разговаривать с собой. Там разговаривать лучше не с кем. Вы один на один с собой, вы смотрите в свое зеркало, и вы берете информацию в своем подсознании. Это на самом деле достаточно комфортное состояние, состояние равновесное, и они отличаются тем, что в них практически не фиксируется время. Тоже будете замечать, что вы не успели войти в себя, глаза открыли, а прошло 2 часа. Либо же бывает такое, что кажется, вы переделали кучу работы, внутри перевернули горы, поменяли все свое программное обеспечение, и кажется, вы полностью изменили свою жизнь, открываете глаза, прошло 5 минут. Вот вопросы времени в данном случае, они будут непривычны, не фиксированы. Это абсолютно нормально, потому что в измененных состояниях сознания время воспринимается совсем иначе. Работать всегда, в общем-то, имеет смысл именно в этих состояниях, нарабатывать ресурс для программы ума, для того, чтобы она могла там работать, потому что именно программа ума будет дешифровывать информацию. Подключение к информационному полю вас никто никогда от него не отключал. Оно происходит автоматически, когда у вас нет помех в голове. Вот как только убрали мусор, дальше у вас уже коннект есть. И чем меньше вам что-то мешает через включение эмоциональное, либо просто через спамные программы, понимаете, когда вы привыкаете вот на волне снимать информацию, иногда вы снимаете информацию с других людей. Вот тоже надо ее... Все это фильтруется через бумагу, на самом деле. Очень просто. Вы просто фильтруете. Вот это не моя мысль, вот это мысли этого человека, вот это, вот это. В какой-то момент вы себе даете на уровне программы установку, что вот это мне не надо, я не хочу вообще это слышать. Вы это не будете слышать. Это абсолютно управляемые процессы внутри вас. Все процессы внутри вас управляемые. Опять-таки, те, кто занимался вот, работами с программами обеспечения человека, практиками, ты четко понимаешь, что просто программу поставил, программу управил. Мы как компьютер по образу и подобию. Даже иногда парадоксально, смешного доходит, что и образы, вот тому, как у нас все это лежит внутри, оно в каких-то моментах пересекается с компьютерным вариантом. Поэтому вот эти состояния надо учитывать. И по работе с информацией еще во вьюинге замечено, мне очень нравится вьюинг как направление в этом плане, потому что американцы, они, во-первых, они предположили, что экстрасенсами являются абсолютно все люди, то есть у них не было такого, что вот этот может, а этот не может, вот это чем-то лучше, или это ударило молнией, или еще что-то. И они изначально не отбирали травматиков в экстрасенсы. Да? Травматиков – это вот те люди, которые пострадали там, от электрического тока или еще чего-то, у которых был какой-то такой травмирующий спутинный ряд. В России же, наоборот, в первую очередь разбирали, ну, отфильтровывались люди, которые имели какую-то травматическую основу. Американцы предположили, что экстрасенсами являются все, и вопрос только, каким образом человек получит доступ к информационному полю через ресурсы своей психики. Дальше они разрабатывали разного рода варианты практик, они же их откатывали. Вся информация всегда во вьюинге проверялась на объективность. Вьюинг вышел из недр ЦРУ. А ЦРУ не шутила там разговорами. Им надо было достоверная информация, которую либо вдела, либо не вдела.
Поэтому привычка проверять информацию на объективность в абьюинге закладывается с самого первого тренинга. Что отличает его коренным образом от всего того, что есть на рынке, всех других практик. И в Юэре заметили, что если Юэру до того, как к нему пришел запрос на какую-то цель, да, на снятие информации, если Юэр каким-то образом уже стыковался с этой информацией, он что-то о ней знает, то он начинает ее дорисовывать. Тогда включается программа ума в приукрашивании. И тогда теряется достоверность информации. Поэтому для того, чтобы Юэра оградить от первоначального задания, чтобы вообще не имел представления, о чем идет речь. То есть вот надо снять там, где подводная лодка находится, или как выглядит подводная лодка, сколько там человек и так далее. Вьюер не знает, что вообще речь идет о подводной лодке. А между вьюером и заданием ставится человек, который называется монитор. Монитор – это не экран монитора компьютера. Монитор – это непереведенное на русский язык название второго человека. Ну, в том варианте, как он назывался, в американском монитор, так его и оставили в русском. Монитор – это человек, который получает непосредственно задание. И монитор – это человек, который дальше делает одно действие. Он в голове, он же тоже подключен к информационному полю. И на уровне информационного поля мы все связаны, как интернетом. Он человек, который будет работать, снимать информацию, ставит цель. Цель ставится в цифровом коде. Ему просто называются там 8 цифр. И дальше Юэр разрисовывает какую-то только ему понятную на уровне моторики подпись. В эту подпись, она достаточно важна для Юэра. То есть он в это время, когда он проделывает эту операцию, монитор ему задает только цифровой код. Дальше на уровне моторики снимается первая информация с монитора о цели. И потом первичная работа, то есть через моторику, просто через тело, через набор неосознанных движений ручки по бумаге. И потом дальше уже следующие шаги по изучению, по снятию информации, они идут через эту подпись. Потому что первые 30 секунд, пока рука рисует, какая-то информация туда заносится. Ведь о цели вообще ничего не известно. И кроме вот этой вот подписи, у вьюера ничего, по сути дела, не остается. Эта подпись единственное, что связывает его с монитором, с цифровым кодом, а в цифровой код сознанием внесена информация монитора. Все. Вот после этого есть целые протоколы, где снимается информация дальше по каждому из каналов восприятия. И знаете, что заметили вьюеры? Они заметили очень интересную вещь. Оказывается, в нашей жизни доминирует визуальный канал восприятия, мы привыкли доверять максимально. А когда начинаешь снимать информацию, то максимальное количество помех и выдает этот визуальный канал. Причем выдает он очень четко. Программа ума завязана на визуальный канал очень сильно. Как только чуть-чуть где-то прошла информация по визуальному каналу, программа ума моментально ее достроит, дорисует и даже назовет, что это такое. Но вот это уже помеха, потому что как только ты зацепился за программу ума, уже все. Программа ума при дешифровке, ее дело пустить и принять информацию на дешифровку, но не обозначить ее, что это такое. Потому что когда уже включается окончательный расклад ума, в данном случае вьюера, он просто сбивает и уводит человека от правильной информации. Кроме того, есть еще момент, который важен, при описании, при снятии информации по любому из каналов восприятия, дабы исключить программу ума, влияние ее, все снимается в описательном плане. Никто никогда не скажет, я вижу шар, да, или там, я вижу чашку. Будет говориться, я вижу предмет, у которого круглые стороны, сбоку есть дуга. Он сделан из твердого материала. Скорее всего, этот материал вот, имеет окрас такого-то цвета. Скорее всего, там структура пористая или глянцевая, или. Возможно, нанесение там рисунка в виде каких-то там желтых, зеленых, красных цветов. Но никогда объект и максимально объект не идентифицируется с предметом. Как только идет идентификация с предметом, в
Вьюер никогда не называет предмет. Вьюер его описывает. Но самое интересное, что вьюер, он полностью описывает всю информацию, и запахи, и звуки, и качание, колебания, и все, что он может в своем теле прогнать, он все это выносит на бумагу. Окончательное заключение делает монитор. Вьюер максимально снял информацию, и для него иногда кажется, что вот эта вот информация, она и есть достоверная, и он на основании этой информации может предположить, что там речь идет там, о свинье, а на самом деле речь идет о лошади, да, или вообще не в эту степень о животном. Когда его информацию начинает читать монитор, она для него всплывает совсем в другом ключе. Он в ней видит совсем другой смысл, в отличие от того, который видел вьюер. И за счет этого при аналитической отработке получается достаточно достоверная информация. То есть, введя понятие монитор, очень резко повысили уровень достоверности информации. У нас из тренеров, которые занимаются вьюингом профессионально, в России несколько человек занимаются давно. Сейчас много новых, которые рванули в эту тему, кому понравилось. Тема на самом деле наисложнейшая, потому что человек, который приходит в эту тему и реально может довести до ее до окружения, сам по себе должен быть абсолютно уравновешенный, гармоничный, дабы не был включен в какие-то эмоциональные процессы. Более того, человек должен иметь специфическое образование. Мне в этом плане очень понравился Юрий Пичугин и работа с ним, потому что он еще и клинический психолог, и у него очень хорошая научная база, и фактически опыт работы вот именно по специальности. Поэтому он мало то, что доносит хорошо, он еще и живет этим вьюингом, он настолько увлечен, что он там каждые 3-4 месяца в Америку, там на повышение квалификации, он знает всех этих американских вьюеров, он всех у них учился. И на выходе получается, что курса в 2 недели, который он торчит в Америке, он делает 2-дневный курс для русских, потому что американцы имеют особенность информацию давать очень медленно, очень долго.